что, начинаю свою первую рабочую смену на тарифе Комфорт Плюс. В общем, погнали. Ну а кто первый раз на моем канале, хочу вам рассказать. Работаю я в такси на тарифе комфорта Комфорт Плюс. Взял это Hyundai Sonata недавно, так что сегодня первая рабочая смена. Начинаем смену, сегодня у нас получается понедельник. Почти 7 утра, 6:45 если быть точнее. Число, блин, какое сегодня число? 7 сентября. В общем, начинаем работать. Ну что, выходим на линию, как видите, у меня платина. Самозанятость, вся фигня. Тариф сейчас хочу выставить только Комфорт Плюс. Попробуем с него начать. И выхожу на линию. Благо коэффициенты, конечно, не для меня, но все же они есть. В общем, сейчас посмотрим. Кстати, по каждому заказу надо обнулить все-таки заправку свою. То есть, чтобы мне потом посчитать правильно, сколько у меня бензина вышло. В общем, после заправки обнулил. Ну, как бы забрался давно, но все равно. И посмотрим в конце смены, сколько выйдет по бензину. А так пока средний расход 12 литров на сотню. Но я все-таки сейчас обкатку еще прохожу, поэтому расход может быть больше. Если что, друзья, сразу вам скажу, машину взял в кредит на долгий срок, блин, на 5 лет, с платежом 30 тысяч в месяц. Поэтому не судите срока, буду брать иногда комфорт, точнее, буду брать его тогда, когда будет простое. Потому что кредит платить надо, сами понимаете, просто так комфорт плюс ждать тоже не могу постоянно. Поэтому не обижайтесь, что я чьи-то заказы ворую. Короче, уже прождал приличное время, я думаю, вы сейчас выставите все-таки комфорт. Посмотрите, вообще будет ли коэффициент на него. Если будет коэффициент приличный, хотя бы там 1,5, то можно, в принципе, и взять. А то что-то как-то стою. Ну, я не знаю, сколько ждать на комфорт плюс. Но я уже стою минут 15, наверное, где-то так. Пока машину грею. Так что, блин, что-то... Пока комфорт плюс не дают что-то. Посмотрим сейчас, что будет дальше. Яндекс, походу, угорает надо мной. Даже комфорт не приходит. Может быть, какая-то фигня с машины, типа она там не прошла что-то, какие-то проверки, я не знаю. Но вообще даже комфорта нет. Странно. Я, конечно, пока жду, потом напишу техподдержку. Что-то здесь неладное. Пришел заказ. Но что-то какой-то коэффициент. Не знаю, нафиг не хочу. Блять, как активность упала. Но зато заработала. Да, это, конечно, не эконом, где заказы, блин, приходится ждать, не спорю. Даже комфорт приходится ждать, что даже удивлен, потому что я думал, комфорт здесь будет вообще летать просто пулей. Но, к сожалению, приходится тоже ждать его. Ну, экономия, понятное дело, вообще возить не буду, даже когда вот домой ехать, не буду эконом брать. Поэтому ждем комфорт хотя бы нормальным коэффициентом. Ну или, хотя уже не знаю даже. Потому что уже 7 утра, уже минут на 20 уже в машине. Может быть, даже придется взять любой комфорт. Ну, если, конечно, не совсем хреновый. Короче, в итоге уже в машине сижу минут 30. Заказов нет. Ну, то есть, что один отменил, и все. Поэтому я даже уже не знаю, что делать реально. Это жестко. Уже 7:07, а я без 15 пришел. Ладно, минут 20 сижу. Но все равно заказов пока что нету. Ну, прям два заказа подряд, блин. И коэффициент маленький. Проспект Ветеранов. Ну, а здесь рядом, нафиг тебе. Пизду. Реально, не буду такую херню тоже брать. И сейчас до этого был тоже заказ. Был по комфорту и без коэффициента. Тоже не взял. Ой, что-то вообще Яндекс расстраивает меня. Блин, а теперь я активность, наверное, потеряю свою, да? А, ну, еще, возможно, буду видеть точку Б. Поэтому, может быть, еще нормально получится заказ взять. Ну... Пока сам отказываюсь, не спорю, мне жалко машину угробить за какие-то копейки. Ну, честно говоря, уже скучно сидеть. Вот реально сейчас, мне кажется, уже сорвусь, возьму любой заказ и поеду хоть куда-нибудь. Но реально без коэффициента комфорт брать, еще и на коротыш какой-нибудь, ну это вообще бред. Хотя нет, там реально если коротыш брать, там рублей 150-200 максимум выйдет, ну нафиг надо. Минимум за 300-тки буду катать, стараться. Ну, там посмотрим, как получится. Ну, вообще классно, еще и коэффициенты пропали. Но зато там минималки будут здесь 500 рублей, типа, стоить от 8, с 8 утра. Ну, блин, и до 8 утра-то я уж не буду тут ждать. Блин, вообще коэффициенты здесь пропали. Че, люди все на работу, что ли, приехали? Не понимаю. Че за фигня? Я знаю, вы сейчас, наверное, напишите. Сделай бренд, там, шашки, не шашки, там, короб на крышу. И сразу заказы попрут. Да, я знаю, но делать, честно, этого не буду. Потому что машину...
не только для такси покупал, но и для себя, чтобы самому кайфовать. А ездить на токсичной машине по своим делам вообще никак не хочется. Может быть, конечно, не знаю, когда-нибудь обклею, но, честно, пока вряд ли. Пока буду другие варианты искать, тогда буду что-то придумывать, но обклеивать буду только в последнюю очередь. Ну, вот это издевательство, это реально, блин. Ну, не хочу я брать его, ну нафиг. Без коэффициентов комфорт, ну нафиг. Сорян за мое нытье, конечно. Ну нафиг такой заказ брать. Ну, серьезно, согласитесь. Сейчас опять было два заказа по комфорту, тоже без коэффициентов. Хотя нет, один с коэффициентом 1.1. Но я его тоже отменил, потому что дальняя подача 10 минут. Иди ты в жопу. О! Опять дальняя подача, опять 1.1. Да нафиг тебе, да активность хоть не потеряю. Уже хорошо. Ну реально, коэффициент минимальный, еще и дальняя подача. Ну блин, я, конечно, не знаю. Я думаю, я не зажрался, я просто. Все-таки ценю свою машину, поэтому не буду такое возить. Но опять же, сегодня чисто делаю такой эксперимент, первая рабочая смена. Стараюсь брать только хорошие заказы, ну более-менее хотя бы по комфорту. И комфорт плюс, если еще прилетит он сегодня. Вот, если по эксперименту доход будет очень маленький, и мне не будет, так скажем, хватать на кредит, то есть я буду понимать, что с таким доходом я просто не смогу выплатить его, то придется много возить, как на аренде. Ну, что делать? В общем, посмотрим пока. Поэкспериментируем. Вот опять коэффициент маленький, но хоть средняя подача, блин, я не знаю. Ладно, поехали, заебало просто уже съездить. Уже сижу уже больше, ну, минус 40 точно сижу. Сейчас человечек порадуется, о, соната приедет, классно. Короче, господа, без комментариев. Сейчас 10, 600 рублей. Просто без комментариев. Включил только тариф комфорт плюс, точнее комфорт плюс. И буду ждать заказ. Ну и то ли схожу заодно. Долгожданный комфорт плюс. Погнали. Правда, парглу уеду. Да пофиг вообще, честно, хочу хоть посмотреть, что такое комфорт плюс. Блин, может быть, я зря и радовался, потому что ожидание идет, оплата наличными, а клиента нет. Ну, минут через две позвоню. Надеюсь, что он выйдет. Ну все, приехал я, вышел у нас. 1194 рубля, ехали минут 40, вот это понимаю комфорт, причем коэффициент был маленький, так что вообще нормально. А, кстати, Парглу я все забываю, блин, что это Парнас, так что вообще здесь можно еще и заказ поймать. Короче, сгонял наконец-таки я в тубзик, сейчас уже 10 утра, ну или дня, кому как. Даже не знаю, что включать, потому что, смотрите, коэффициентов нет ни хрена. Они и так вот по мелочи где-то есть, но сейчас что-то как-то тухлячок. Комфорт плюс, мне кажется, сейчас включен. Но я думаю, минут 5-10 подожду. И если что, включу комфорт. Блин, только что без коэффициента повезу. Это, конечно, не очень гуд. Но стоять тоже нельзя. Нужно работать. Ну что, блин, время-то уже почти, блин, 10:30. Пока так два заказа и всего я выполнил. И заказа даже по комфорту нет. Вот дела. Ну вот, панель на камеру. И сразу заказ получил. В общем, гоню к нему. Правда, это комфорт всего лишь. Блин, ну что делать? Погнали. Кстати говоря, заказ без коэффициентов, но по безналу ехать минут 20, так что надеюсь, рублей это 350 где-то выйдет у меня хоть что-то. Немного не угадал, конечно, стоимости. Завершаем заказ, 18 минут. Вышло 309 рублей, ну тоже нормально, тоже без коэффициентов. И будут дальше ждать, получается, какие-то комфорты, комфорты плюсы, но точно не эконом, потому что эконом я вообще на этой машине катать не собираюсь. Только если будет коэффициент выше, чем в комфорте. Вот так вот. Но пока я жду заказ, давайте посмотрим вообще, сколько места сзади и спереди. Сейчас мне кресло, получается, отодвинуто полностью вперед. Полностью вперед. И сейчас попробую сесть впереди. Вообще, есть ли возможность сесть? Потому что в фокусе я сесть вообще никак не мог. В смысле? Почему она закрывается? Ну, место. Я скажу вам так. Маловато, конечно, когда полностью не додвинуто. Но при этом сесть-то можно. То есть даже здесь вот небольшое пространство есть. Как бы не совсем удобно, но сесть-то можно. В фокусе я вообще не сел. И давайте сами за собой сядем теперь. А вот сзади шикардос. Охренеть. Ну тут, блин, тут ладонь, даже больше ладони, блин. Пипец. Вот тут, конечно, сесть комфортно. А если сесть сам за собой,
Да тоже нормально. Да и больше кулака даже. Он тоже офигенно, кстати. Так что нормально, комфорт плюс можно катать. Короче, если честно, сегодня какой-то понедельник вообще тухловатый, блин. Заказов мало и коэффициентов вообще мало. То есть только внизу, и то там коэффициент, блин, 1,7. Ну это вообще бред. Реально что-то сегодня какой-то тухленький денечек. Может быть, то, что все, уехали все, как говорится, с отпуска. И приехали обычные жильцы, которые такси такое не заказывают. Да, в принципе, здесь, я говорю, эконом-то, блин, не очень, думаю, будет идти. Да, что-то как-то не вовремя машину взял. Я как бы знал, что я так не вовремя беру. Но что делать? Будем работать. Ой, блин, капец. Я реально минут 40 на заказ ждал. Поймал комфорт без коэффициента, понятное дело. Еще и комментарий тут, блин. Нужен пассажир. Точнее, нужен пассажир. Нужен водитель в маске. Пассажир будет тоже в маске. Ой, надеюсь, что не коронавирусный. Что-то я уже как-то запереживал. Ну, маска-то есть. Ладно уж, поехали. Капец. Этот комфорт, конечно, дальняя подача. 200 рублей, блин, я в маске, неудобно ехать. И как видите, вообще фигня получилась по заказу. В общем, не знаю, пойду, наверное, пообедаю, что ли. А то что-то как-то тухло-тухло очень. Короче, поймал опять я комфорт. Только пообедал, сразу заказ пришел, правда, дальняя подача. Но, блин, лучше хоть что-то, чем ничего. Поэтому еду к нему. А еще, если честно, я себя уверенно чувствую, потому что когда я катался на Ford Focus и принимал комфорт, я был почему-то на 50% уверен, что отменят этот заказ. А тут уже точно будет ждать цена туда новую. Ну, как обычно, коротыш по комфорту, 323 рубля, ехали минут где-то 20. Вот как-то так. Ну, такие заказы приходится катать, потому что даже пассажир сказал, что комфорт плюс не заказывает, потому что все приезжают по комфорту. И, честно говоря, после тех слов я понял, конечно, почему так у нас фигня, блин, с такси. Потому что все из Comfort Plus переходят на комфорт и катают комфорт. И поэтому люди привыкают к тому, то, что катают комфорт их Comfort Plus. То есть, если бы все таксисты, именно все, катали бы только свой тариф, то не было такой херни. Но, к сожалению, я Comfort Plus тоже очень долго ждал. Утром ждал час, там днем больше получаса ждал. Нету Comfort Plus, нету. Поэтому приходится катать комфорт, пока вот так вот. Короче, сделал еще заказ один по комфорту на 315 рублей. Блин, какие-то коротыши реально комфорт катаю. Просто 315, 320, 207, 309. Вот один комфорт плюс нормально вышел. Ну и с утра еще нормальный комфорт был. Хотя какой-то нормальный сейчас ехал. И получается, катаю минималочки, блин, по комфорту. То есть, ну, как эконом, только минималки по комфорту. Что-то как-то работа вообще поменялась за последнее время. Раньше комфорт был с коэффициентом, а сейчас вообще тухлячок. Короче, ребят, заказов вообще нет. Ни комфорт, ни комфорт плюс вообще молчит. Ну, как обычно, то есть по 20-30 минут ждешь заказ, и потом, может, что-то и получаешь. Поэтому еду в сторону центра, может быть, что-нибудь там поймаю, блин. Вот. Но пока что-то все глушняк. Но заработать мне по-любому сегодня надо. Минимум 3,5 тысячи рублей, чтобы выжить в этой среде. Короче, правда говорят таксистам, если нет заказов, лучше ехать куда-нибудь. Просто вот ехать. И может что-нибудь прилетит. Вот я постоял немного, заказов не было. Только тронулся, сразу заказ прилетел. Ну, правда, по комфорту, без кайфа, как обычно. Но прилетел же. Ребята, это просто жесть. Это реально... Как в экономе сейчас проехались. 139 рублей. Ехали хоть и 3 минуты, но 139 рублей. Загрузили полностью весь багажник. Плюс на сиденье положили свои вещи. Нужно было, видимо, везти на комфорте это все. Вот, пожалуйста, блин. 139 рублей, блин, комфорт. Жесть! Охренеть, комфорт плюс. Яндекс, ты чё? Ты решил мне возместить поездку эту? Ну ладно, погнали. Так, вышло у нас 13 минут и 300 рублей. Это комфорт плюс. И сразу в лед пришел мне комфорт плюс. Я в шоке. Ну, гоним к нему, чё. Но почему-то комфорт плюс приходит, блин, с коротышами также. То есть по 300 рублей заказывал. Сейчас тоже заказ посмотрел, он тоже вроде будет как 300 рублей. Вот и выполнил свой комфорт плюс, 276 рублей. Ехали минут, да, наверное, 12-15. И ещё чаёчек. Вот это, понимаю, комфорт плюс. Комфорт. И ещё и кэф. Ой, пальцы. В общем, погнал на комфорт с кэфом-то. Уж такой-то можно взять комфорт. Короче, заказы пошли, реально в гору. Комфорт плюс гоняет, уже комфорт с кайфом, офигеть. Так что, видимо, к вечеру сейчас нормально все пойдет. Че, прости?
отменен заказ? Соната к тебе едет по комфорту, а ты отменяешь заказ? Ты что, хочешь BMW, блин? Охренеть просто. Наверное, просто кто-то читает не Hyundai Sonata, а Hyundai Solaris, поэтому отменяет. Думаю, что за херня, Solaris, блин, в комфорте, нахер надо. Дальняя подача, да возьму, пофиг. Поехали, вокзал. Ну вот мы и на вокзале, завершаем поездку, 30 минут. Ба-бам, не так уж и много, но 438 рублей, хоть уже не такой коротыш. В общем, погнал дальше работать. Короче, взял случайный заказ по Комфорт Плюс. Ехать до него 4, блин, минуты. Ой, какой 4 минуты? 4 километра, блин, 10 минут. Жестко, конечно, но уже взял, ладно, поеду. Ну, в любом случае, катать больше нечего. Нормальных заказов пока вроде не было, кроме вот последнего, и то он Комфорт был. Поэтому еду на Комфорт Плюс, подача 10 минут. И самое интересное, что вроде как ждут. Ну ладно, чё. И снова я в центре, у галереи. Завершаем заказ. 23 минуты ехали, 423 рубля. За этим, конечно, Комфорт Плюс стоило ехать. Все-таки это даже нормальный заказ считается. Ну что, зато уже появляются коэффициенты, потому что ближе к 5 часам время подходит. Но пока у меня этих коэффициентов нету, заказов пока тоже нету. Ну, будем ждать, что делать. Ну и так как время уже почти 5 часов, включил только тариф Комфорт Плюс, поэтому буду ждать заказа именно от него. Надеюсь, они прилетят и очень быстро. Короче, прилично пришлось прокатиться по городу. Наверное, минут 15-20 точно катался и поймал свой долгожданный Комфорт Плюс. Поедем на стачек. В общем, не так уж и близко, поэтому нормально будет по деньгам. В общем, ехали 33 минуты и вышло у нас 564 рубля. Так что нормально, тем более без коэффициента был комфорт. Ну, сейчас вроде как коэффициент даже появились. Может быть, что-то прилетит даже пожирнее. В общем, посмотрим. Вот реально, ребята, это работает. Я, блин, стоял минут 15, заказа не было по комфорту плюс. А сейчас только отъехал, сразу прилетел заказ в ближней еще подачи. Так что вот так. Вот он, Комфорт Плюс, 948 рублей за 48 минут, вот это понимаю. Коэффициента, в принципе, вообще не было, там 1-1, так что, можно сказать, не считается. Так что нормально вышло. И сейчас поеду уже в сторону дома, потому что, в принципе, уже недалеко от дома оказался, да и надо смену свою завершать, 12-часовую, так скажем, и подведем итоги. Да, мне сегодня фартит прям, взял заказ в сторону дома. По комфорту с коэффициентом, так что нормально. Я думал, вообще пустой поеду. Экономию вообще не собирался включать, поэтому думал, ну ладно, доеду пустой. А не, заказ. Короче, 286 рублей вышел заказ. Уже почти доехал до дома. И подведем итоги им. Итак, что в итоге? Проехал я сегодня 172 километра. Расход 14 литров. До хера, не спорю, потому что обкатка, скорее всего. На линии, как видите, 11 часов получается. И сделал сегодня 14 заказов на сумму 4932 рубля. Бензина примерно у меня ушло на косарь. Кстати, был чай 100 рублей, помним, да. Поэтому, если примерно округлить, чистыми заработал сегодня 4 косаря. Так что нормально для тухленького дня. Ну а кто хочет продолжение моих рабочих смен, понятное дело, нужно будет подписаться на этот канал, поставить лайк, чтобы меня смотивировало дальше снимать видосы. Понятное дело, буду еще снимать пятницу, субботу, воскресенье. В общем, все дни я задействую, посмотрю, какой заработок. Конечно же, также буду снимать еще и праздничные какие-нибудь дни. Может быть, даже получится Новый год снять видосик. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и удачи!